Анджавдуль, братья. Анджавдуль, сейчас мы будем обозревать, не знаю что. Вот игры, которые закачал. Те, которые успел приписать на жесткий диск. Сейчас мы что-нибудь... Блядь, сука, падает. Так, сейчас мы что-нибудь будем обозревать. Вот цивилизация есть все, и даже не знаю, что лучше обозреть. Турок. Что-то не хочется, потому что я делал уже обзор на предыдущей части. И Кудзе еще пока не играл. Блядь, а сука. Надо сейчас подумаем, сейчас сейчас решим конкретно. Конкретно сейчас. Я знаю, на что я сделаю игру на Бионик Команда. Потому что я на нее не делал обзор. И я недавно посмотрел где-то неделю назад обзор Озона на это, но это больное существо, которое не понимает, что он говорит, что он имеет в виду, что он обозревает. Жалкая мразь. Еще на Mail.ru я его увидел, я изучал его канал на Mail.ru, поговорим о Бионик Команда. Бионик Команда — это игра на Nintendo была, я на нее не играл в свое время, почему-то, или если играл, то не помню, она обдуленная была, обдуленная механика именно с рукой. Там геймплей заключался в передвижении с помощью, ну вот, видите, опять. На Xbox такой, естественно, нет, нигде нету это. Ну, тут она есть, эта штука, инсталляция. Хорошо, что места хватает на жестком диске, как вы видите, как это бесит. Ну, больше этого бесит, когда она пишет, что у тебя нет уже места на жестком диске. Вот это бесит гораздо еще больше. Я должен ждать вот так. Вот записываю обзор, а вот эта хрень тормозит развитие абдулавирования. You can't stop us. You can't stop a future. You can't stop a future. Абдул-религию вам не остановить. Это будущее. Будущее уже сегодня. Вот так вот. В принципе, графика в этой игре хорошая. Я ее прошел, естественно, прошел и даже прошел с удовольствием. Хотя были моменты, где игра просто бесила. И даже когда понимаю, что моменты бесят, все равно игра в целом хорошая, хорошая механика, нормальная. Отвратительное только передвижение. Это просто отвратная свобода действия, отвратные уровни. Уровни построены так, что шаг вправо, шаг влево, ты сразу умираешь. Причем непонятно, что ты там умираешь. То есть это так ограничит шире пространство, где невидимы стены, там не там, не прям каким-то сообщением возвращаешься или что там. Ну просто выходишь, умираешь, типа радиация, ты там сразу умираешь. И в результате, это я даже не знаю, там свобода действий даже меньше, чем из Spider-Man 2. Spider-Man 2 на Xbox первом. Или Spider-Man Ultimate, который последний вышел. А. Вот так, еще трофеи загружать не будет тут. Да, шрифт прикольно сделали, естественно. В хороших играх шрифты делают специально под каждую игру. Если вы видите левый шрифт, значит это уже игра низкая, бюджетка низкокачественная. Бионик Команда. Хорошая музыка, звук, даже меню, оно нормальное. Это не какая-то студия Артема Лебедева, педофила, который делает всякое говно и обманывает людей, оскорбляет людей. Я таких не понимаю, как такой подонок, как Лебедев, он существует. И он что-то покупает, человек, который размещает детскую порнографию в своем же ЖЖ. Человек, который оскорбляет всех, если это можно назвать существом вообще. Оскорбляет, унижает, издевается из-за собственной ущербности, который не умеет делать вообще ничего. Ничего. Он сам признает, что умеет рисовать, он не умеет фотографировать. Он просто подсуетился вовремя и все. Ладно, не будем в подонках, ублюдках. Посмотрите, начальную заставку даже она внушает уважение со спутника. Хотя я не помню, они же сейчас карту с Гугла взяли, приблизили, добавили облака. И вспышка атомной бомбы. Это вспышка суперновая, супер абдул-религия. Ну вот пиздец, теперь у меня частота кадров опять не работает. Надо найти нормальную программу для записи. Я не знаю, что делать. 10 лет назад столкнулся с угрозой, с Озоном человечества. И пришли абдуловцы, чтобы покарать эту мразь, уничтожить. И главное, Абдул-Адефт, чтобы доказать превосходство Абдул-Религии, был послан, чтобы покарать насмерть Озона. Вышел. Вот. Вышел и идет.
хорошая, заставка нормальная, хотя и ничего особенного. Это реальная графика из игра про, по-моему, Bionic Commando. Пиздец. Да. Да. Да, даже тут этот самолет дизайна не пожалели на него. Хотя он просто тут мельком-мельком происходит. Вот. Нормально персонажи прорисованы. Окружение. Ну, все сделано качественно, реально. Деньги, видно, выброшены, потрачены на дело. Да, и главный герой обладает харизмой, а не как... Это какое-то говно. Как в Far Cry первом или втором. Или еще где. Хорошо продумано, проработало. Даже это то, что он появляется вначале без руки, это уже прикольно. И выглядит как-то странно, это сразу запоминаемый персонаж. А когда он получает руку, он еще более запоминаемо становится. Вот посмотрите, какой охрененный дизайн самолетика вообще. Мало кто такой сделать может. Явно поработали, вложились в концепт-дизайн. Даже дизайн ракеты, посмотрите. С боеголовками. Он тоже охрененный, обдуленный. Блин, почему же надо тормозить-то, а? Да. Вот они выбросили, руку ему выбросили. Даже, знаете, вот это загрузочное, вот этот контроллер, он 3D. И настоящий, я двигаю, он, видите, двигается. 3D модель очень прикольно. Блин, почему же тормозить? Надо, дайте мне посоветуйте программу записи. Но я уже все перепробовал. Не знаю, что лучше. Просто. Чтоб писало сразу нормально в формате, и тут же можно было закачать на YouTube. Вот это я нашел, видите, но она не пишет в HD еще, когда с экрана капторишь, она тормозит. А если ее уменьшить, интересно, повысится число кадров. Так, я не понимаю, почему и выпустили его отдельно, и руку, и попали в разные места. Только сейчас я понимаю, почему же я сразу вместе. И он сейчас пошутил, где же остальная моя часть подземлилась. Прикольно, даже с самого начала кажется прикольно. Прикольно, он стреляет вообще, дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун, убывает тут быстро, насколько я помню, все построено, сделано вручную, как мы видим, это отверстие не просто копипастенное. Видите, это отсылка к Дэндиум Игр, трофеи выглядят в виде таких штучек квадратных пикселей. Дэндиум, да, давайте быстро бегаем. Бегаем. Ну просто там несколько мест, игра бесит, никакой свободы действий, потому что просто... Просто бегаем очень динамично, как мы видим, геймплей, потом, когда к этому рука подключается. Это вообще как супер прикольно. Игру, естественно, везде обосрали. Что и следовало ожидать, игра, да... Несмотря что обосрали, я все равно советую пройти даже. Вот это пиздец лютый. Видите, это тоже элемент геймплея, быстро заканчиваются патроны. Как сказать, я сейчас вспоминаю, патронов действительно мало. Ну опять тормозит, что же делать-то? Не знаю, что делать. Блин. Вот хрена тормозит, я не знаю. Я уж все поставил. Не, сама-то игра не тормозит, запись, я вижу, тормозит 8 кадров, что-то она капторит. Я не знаю, как лучше записывать, чтобы сразу там шло и сразу, и все. Без монтажа, без ничего. Вот, видите, свой рубль свет уже пошла, новый партнер, музон врубили. Он действует уже на психологию. Бля. Кстати, первая игра, которую я вижу, стрельба висит на курок, вот этот аналоговый поганый. То есть, видимо, разработчики не заморачивались портом, потому что нажимать на него просто нереально. Или, возможно, во время игры используется сама рука больше, которая приложена на нормальную кнопку на R1. Поэтому им надо будет все равно что-то на нее вешать. И когда ты получаешь руку, геймплей совершенно меняется. Да, прикольно. Это даже врагов убивать приятно. Если врагов приятно убивать, эта игра уже хорошая. Нет, видите, уже скопированный, копипастенный туннель. Так что, да, достаточно. Она не совсем вручную игру сделана. Да, да. Да что же такое, это же рука. Вот так. Вообще, это рука, Bionic Commando.
кибернетическое. Сейчас он подключит и будет больно, потому что соединяются нервы. Вообще хрень какая, жуть какая. Аншабдуль. Да. Ну игра старенькая уже достаточно. Поэтому не такая же крутая тут графика. Ну можно, на то время как вышла, графика хорошая достаточно была. И она и ходишь в развалинах по городу, потом там спускаешься. Вот. Обучение. Обучение тут очень важно. Очень муторное управление. Да, вспоминаю, очень сложное больное управление. Это просто руки оторвать за то, что они сотворили. Я даже не помню, не могу понять, какой кнопкой ее. Хотя я проходил на Xbox. Видите, то фар. Вот, видите, когда загорается, можно. Вот, и надо раскачиваться. И вот постоянно пролетаешь. Тулает, видите? Ну видите, какая система. Они хотели сделать какой-то экстрим, чтобы не просто как в Спайдермане, ты жмешь и все. И ты летишь. А тут надо реально думать. То есть, если кто думает, что это как в Спайдермане, тут далеко не так, тут должны каждое движение просчитывать. Только из серии, чтобы было со Спайдерменом, если это он реально прыгал так. Блин. Ну видите, даже с первых секунд игра начинает бесить. Даже меня, который прошел эту игру уже. И по этому игру-то обосрали большинство, наверное, и обзорщиков и не проходил вот этот момент. Наверное, я его не пройду опять теперь снова. И таких моментов в игре тысячи и тысячи. Врагов надо убивать разнообразными совершенно способами. Не просто тупо стрелять их, обманывать, обходить часть у них, отрывать. Ну это вообще какая жуть, а? Нет, это реально, это не Абдуленна. Ну видите, слишком поздно. Я не шучу, я правда не могу это пройти. Если вы поиграете, вы это сами поймете. А, вот три раза только что дошло, надо скопиться. Так. Я отвлекся. Вот, видите. Вот. Надо рассказать. Вон, видите, опять обучающая программа. Ну, конечно, графика на PlayStation говно, она выглядит игра хуже, чем на Xbox. Я первый играл, могу сказать, разница видно сразу. Как и по частоте кадров, если на Xbox 60, то я вижу 30, похоже. Никаких эффектов нормальных, все лесенки повсюду. Сглажено, естественно, нет. Все текстуры какие-то бледные, все вого выглядит, все сразу... Да вообще уродство. Конченое говно PlayStation. Да. Игра выглядит сразу, я заметил, бедно, потому что это PlayStation. Я сразу понял, что что-то... Ну, естественно, это же геймпад, на котором невозможно играть. То есть, полное говно, это PlayStation. Ну, игру бы я все-таки посоветовал бы поиграть, но не на PlayStation. Видите, как она достает. Угу. Это просто пытка играть в эту игру иногда становится. Хотя в целом и сюжет интересный, и геймдизайн интересный. Да. Но они хотели сделать, чтобы как бы элементы геймплея, только вот раскачивание было отдельно лишнее. Чтобы оно отличалось чем-то от конкурентов, спайдерменов.